Впервые в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит масштабная выставка российского и советского искусства 20 века. В экспозиции более 100 работ, созданных в разных жанрах и отражающих путь развития отечественной художественной школы на протяжении целого столетия. Выставка проходит при культурном содействии властей Арабских Эмиратов. Из Абу-Даби репортаж Марии Трофимовой. На берегу Персидского залива среди золотых песков раскинулся один из самых богатых, самых больших и самых красивых городов Востока – Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь органично соединяются прошлое и настоящее, мечети, их бесчисленное множество, традиционные восточные базары и зеркальные небоскребы. В скором времени в Абу-Даби откроются филиалы самых известных музеев мира – Лувра и Гуггенхайма. Россия также непременный участник культурного обмена. Здесь прошли гастроли звезд Большого и Мариинского театров. И вот первая выставка русского и советского искусства 20 века. В экспозиции разделы, посвященные Великой Отечественной войне, мирной жизни страны. На выставке работы Архипова, Рериха, Пластова, Салахова, Герасимова. Эта работа Герасимова, она достаточно редкая работа. Она была написана им в 1931 году и отдана как подарок музею в Швейцарии. После чего музей был расформирован через несколько лет, и картины ушли в частные руки. И вот эта картина вышла совершенно случайно, выплыла обратно к нам совершенно случайно 5 лет назад. Эта коллекция русского и советского искусства начала формироваться несколько лет назад. Главная задача – популяризация его за рубежом. Интересно, что практически ни одна из картин не была приобретена в России. Монументальное полотно белорусского художника Майя Данцига «И помнит мир спасенный», написанное в 1985 году, до приобретения фондом нигде не экспонировалось. Идея, что наши солдаты освободили Дрезденскую картинную галерею, разминировали. Там была картина «Сикстинская Мадонна», которую они достали из какого-то там туннеля, отправили в Москву на реставрацию, потом ее вернули обратно. И он подумал, что это хороший символ для того, чтобы показать вот всю трагедию нашего народа, всю эту боль, войну. И вот эта спасенная Сикстинская Мадонна – это и есть образ спасенной Европы. По мнению искусствоведа Марьям Аль-Аскари, столь крупные выставочные проекты, которые представляют целую эпоху в истории искусства, организуются нечасто. Здесь мало знают об искусстве России. Эта выставка как окно в вашу страну. Она поможет сформировать первое впечатление. Мне лично нравится картина Архипова. Посмотрите на эту женщину в красном. Ее выражение лица, легкое волнение, руки. Это именно русский образ. Портреты, пейзажи, натюрморты. Выставка в Абу-Даби продлится до 10 декабря. Мария Трофимова, Игорь Горбачев, Александр Павликов. Новости культуры из Абу-Даби.